Здравствуйте, друзья! Слушайте, сегодня будет видео для тех людей, которые хотят заказать мотоцикл из Японии, мотивируя себя тем, что да вот с Японии возьму беспробежный, блин, я там что здесь-то покупать, там найдешь беспробежный, возьму. И именно тот контингент из этих всех, которые беспробежный с Японии хотят взять, ну, у нас беспробежный, да, по России. Именно тех, у кого нет гаража, нет инструмента, и в принципе он не хочет заниматься мотоциклом. Но, как показал мой опыт, очень много людей таких, которые думают, что вот сейчас я закажу с Японии или поеду там, куплю во Владике, ну не поеду, да, закажу во Владике или там поеду куплю тот мотоцикл, который только пришел с Японии, там с Европы. Не знаю, с Европы я не брал мотоциклы, а вот с Японии я брал несколько штук, три мотоцикла я брал. Плюс у меня друзья есть, которые тоже с Японии таскали свои мотоциклы. Напомню, у меня это не единственный и не первый мотоцикл, у меня их много было и есть на данный момент три. А вообще их было очень много. Если считать эндурики и дорожные, то больше 20, наверное. 3 или 4 мотоцикла я брал из Японии, которые якобы там беспробежные, и у них все лучше. Вот этот не исключение, этот тоже из Японии, я его взял в Москве, но вот он как приехал с Японии, там сделали какую-то ему подготовку предпродажную, ну, можно сказать, ничего не сделали, и я его купил. Хочу, ребята, рассказать о том, какие мотоциклы приходит из Японии, как оно в аукционном листе все красиво, на фотографиях все красиво, но когда оно приходит, вот я сейчас с этим малышом тут, ну, время от времени, я не знаю, там всю зиму ковыряюсь потихоньку, что-то делаю. Ну, во-первых, возьмем подогрев ручек. Подогрев ручек, оказалось, одна ручка не работает. У меня Yamaha скутер был, и у него ручки один в один. Ну, а там подогрева блока самого не было. И я, соответственно, перекинул ручки с гира сюда, и у меня все заработало. Это первое после Японии, по картинкам. Рычаги сцепления. Пришел один гнутый кривой. Заказал рычаги сцепления. Багажник, вон он красится. Уже крашу его. На фотографиях вроде сдалека казалось нормально. Вилка. Это мне повезло, я еще не перебирал ее. Но на вилке был вот налет, патина такая была. Паста Гоя. И купил гофры новые, поставил. Я молчу уже про, блин, сальники, пыльники, которые надо было. Колодки передние заменил, задние до кучи купил. Реле-регулятор заменил. А как оказалось, на оборотах выскакивала ошибка. Вот вроде бы я его покупал, вроде смотрю, покупаю, блин, прокатился, а все. А вот дома уже, поехав на работу с работы, когда ему даешь до осечки, раз, и выскакивает чек. Пришлось искать информацию, читать форумы, искать, сколько лампочка там мигает и что это за ошибка. Попутно поменял свечу. Куда еще? Аккумулятор заменил, другой поставил, вернул потом назад свой. Стоп-двигатель разобрал, ну, уже не знал, куда лезть. Потом я все-таки нашел, что оказывается там столько-то моргов коротких, столько-то длинных. Это избыточное напряжение в сети. На тебя, пожалуйста, реле-регулятор. Тоже 3500 отдал, по-моему, реле. Родное японское стоит 12. Бушная можно взять за 5, есть китайская за 1,5, которая ходит там сезон, и есть китайские за 3,5 с гарантией, которые вот по отзывам, и продавец сказал, и по отзывам почитал, и, кстати, у нас ребята на таких ездят, которые с той же комплектухой, что и японские, и они ходят нормально. Соответственно, купил реле-регулятор, поставил. Ну, например, вот траверсы. Фоточку приложу. И это надо было сделать своими ручками. Если нет гаража, ты этого не сделаешь. Опять же, перья очистить от патины. Мотоцикл стоял где-то долго. Вот эта ржавчина все текла в патине перья. Надо было их очистить. Поднять пыльники, все это очистить. Промыть пыльники, с грязь оттуда вымыть. Вы будете это делать, если у вас нет гаража? И вы хотите мотоцикл из Японии? Дальше.
масла, фильтра, это все после Японии надо поменять. Клапана обязательно смотреть в обязательном порядке, потому что неизвестно, регулировали, не регулировали. Цепь ГРМ, выкрутить натяжитель, посмотреть, на каком он стоит храповым механизмом, на каком он, насколько выдвинут, сколько у тебя еще осталось, тоже надо посмотреть. В расходнике все колодки, и вот это все, если собрать, все это сделать, не считая просто помыть, почистить, привести в порядок, об этом я вообще молчу. Просто вот собрать вот это, вот представьте, какой-то огромный объем работы, который нужно проделать, и у вас нет гаража, нет инструмента, нет вот химии у меня вот тут стоит всякой разной. Вот такого нет у вас. Ну, что вы будете делать? Брать с Японии мотоцикл в надежде, что он придет как новый, вы сели и поехали, да как минимум там, зачастую попадаешь на резину, потому что на фотках она классная, начинаешь смотреть, она вся отресканная, вся трещина, вот такие с палец. И в итоге ты вот сразу попал, блин, на хорошие деньги на резину. Приехал мотоцикл, вилка потекла, попал на перебор вилки. Ну, условности вам говорю, да, такое тоже бывает. Сцепление буксует, тоже может быть, запросто. Задний аморт, большой вопрос, по фотографии не определишь, в каком он состоянии. Прогрессия, туда же, подшипники, тоже непонятно. То же самое это, реле-регулятор. Также, как ты его определишь? На холостых он работает, на малых оборотах все едет. Но когда идет повышенные обороты, ты разгоняешься, вот тогда выскакивает ошибка. Не определишь. Также попадос. И вот этих нюансов очень-очень много. И, как правило, вот сколько я мотоциклов не брал с Японии, все мотоциклы вот так в гараже зимой, я их в осень брал, и всю зиму они вот так вот раскидывались и перебирались. Ну, подумайте сами, сколько нужно вложить, чтобы взять мотоцикл с Японии. Да, он будет без пробега по России, но хорошо ли это? Тут еще вопрос, у какого хозяина ты купишь этот мотоцикл, что он с ним делал. Я вот выбираю мотоцикл, да, я не лезу, я могу сделать здесь вот все вокруг, кроме двигла. В двигле там я сцепление могу вот что-то, ну вот расколоть двигатель, наверное, я туда еще не лазил, не полезу. Поршневую группу менять, ну на двухтактных менял, здесь посложнее, наверное, не полезу. Надо накупить специнструмента, хотя есть такая у меня порыв души такой, но пока я вот мотоцикл, если я покупаю из Японии, я стараюсь выбрать, насколько мне позволяет, я беру стетоскоп, там все, насколько мне позволяет мой навык, там беру друга с собой, выбираю, чтобы вот цилиндропоршневая группа и коробка. Если меня все устраивает по звуку работы мотора, то есть работает там как Honda, с нюансами на Yamaha, на Suzuki, на Kawasaki, да. В таком случае этот мотоцикл покупаю, то, что там где-то ржавчина, где-то подшипники надо менять, где-то еще что-то, где-то сальник там течет и так далее. Это меня вот мало интересует, это я все с удовольствием сделаю, мне это доставляет огромное удовольствие вот этим всем заниматься. Там, я уже делал, наверное, все, все вокруг, кроме, наверное, цилиндра поршневой группы. Еще ни одного мотоцикла с Японии, ни у меня, ни у моих друзей не было такого, чтобы вот, блин, приехал с Японии, кайф, сел и умчал в закат. Ну, не было такого. Эти мотоциклы, блин, раскидываются, перебираются, что-то подшипники меняются, сальники, пыльники, там, и вот понеслась, там, то сделать, то это, то подкрасить, то перешить и так далее. Это нормально. Это нормально, потому что мы покупаем мотоциклы с японской свалки. Ну, вот так вот сложилось. Либо новые китайские мотоциклы, либо мотоциклы с японской свалки. Закончу на этом. Друзья, если вы хотите мотоцикл купить с японского аукциона, вы либо покупаете прям вот новье, год-два мотоциклу и высочайшие оценки, либо будьте готовы к тому, что вам придется его приводить в порядок. Ну, как минимум там расходка и РТИшки, резинотехнические изделия. Это однозначно. Как-то так, друзья, не обессудьте, но хотел предупредить и помочь советам тем, кто
задумался об этом и, возможно, даже не думал о том, что ему придется вкладываться. Пока.